Viewer discretion is advised. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юрий Хованский, Андрей Стригуль, Денис Ван Визен, и все, собственно говоря, Игрлинк больше не участвует в комментировании Кубка Раков. Это финал Кубка Раков, вторая игра из серии Best of 3, Nasty Heroes, она же нахер против Huge Team. И мы начинаем. Юра, а ты не думал, что люди взвоют в комментах, типа, мол, верни цыгана? Да пошли они нахуй. А, как мы видим, баны сразу же Дарксир первым делом со стороны. Да, Висп и Батрайдер со стороны нахер. Ничего не поменялось. Нахер банили Виспа и Батрайдера также и в прошлой игре. Ну, первыми пиками. Может быть, типа они первыми просто банами. Больше, чем мы знают о команде Huge Team. И что я хотел сказать, Мэдисона не взяли даже на вторую игру. То есть, нет, Мэдисон не поучаствует в финале Кубка Раков. Больно много мы наплели благородства команде нахер. Злые какие-то ребята. Да. Может быть, они сейчас сольют вторую игру и возьмут Илью в третью, и он вытащит. Я не знаю. И его будут, да, он возьмет какого-нибудь Рикимару, его все будут бафать, и, знаешь, там это типа помогать ему отдавать все киллы, и в конце он сзади трона расхерачивает. Или... Полная хуйня, братан. Или они проебут вторую игру, возьмут Мэдисона и с треском проебут третью. И потом все станут винить Мэдисона в поражении. Какая гениальная идея. Нет, я думаю, что на самом деле... Я не знаю, я думаю, что часть фанатов Nasty Heroes уже болеет за Nasty Heroes, потому что люди очень любят Дреда, Инмейта, да всех. Да, но нет, другая нет часть. Как бы, да, какая-то часть обиделась, возможно, за Мэдисона. Мне кажется, что я принадлежу к этой части. Но... Действительно обидно, Юр, ну что тут говорить? Факт остается... Смотри, Shadow Demon. Лайфстиллер какой, блин. Чен! Опа! Я алхимик, а если вспомнить, как алхимик... Как играл хвост за алхимика на International в последней игре. Нет, я думаю, алхимик... Не только в последней. Ну, в смысле, я имею алхимик в виду для... в финале. Я только что вдруг понял, что не было никакой второй замены-то, блядь. Нас... Смотрите, Якац это кейк, по-моему, блядь. Да, да, да. А почему? Я думал, это... А вы это сказали, что замены мы... Я знал, что это кейк. Он мне писал в стиме сейчас еще. Со следующего Кубка Раков будем пускать в игру только по никам, блядь. Либо заявленных замен, либо по... Очень вы смешно тут всякую хуйню устроили. Якац, кейк, говноеды. Ну, типа, у него же ник должен сидеть, не это... А кто зеркало. Две замены? А, Мэдисон, типа. А Мэдисон теперь замена, походу, в этой команде. Да. О, господи. Озвучь баны, Денис, пожалуйста. Снова берут фуру. Забанили Квапу. Да, Nasty Heroes забанили Виспа, Батрайдер, об этом мы уже говорили. Ancient Operation от World of War. Hero... Господи. Huge Team забанили Дарксира, Визажа, Пука и Квапу. Пока. Хорошо, ради бога, пожалуйста. Пока, Шакура. Как вам угодно. Лайфстиллера, Шадоу Демона и Фуру взяли. Nasty Heroes взяли Чена Алхимика, и сейчас третий пик от них. Ну, я хочу сказать, Фура неплохо зашел в той игре. Сейчас они взяли Лайфстиллера, может быть, будет лучше. Может, в этот раз Фура у них будет больше пушером? Ну, смотри, опять я не вижу никого с каким-либо ОЕ. То есть... А, вот смотри, Рубик. Ну, это, во-первых, у другой команды. Не-не-не. Пока что и у нахер. Не, я не про ОЕ, я говорю просто... А? Пока что и у нахер нет ОЕ. Ну, я и говорю, что вообще не вижу. Тут как бы... Я бы взял кого-нибудь... Ну, Энигма, например, не забанил. Вот чем бы Энигма не подошел, например? Энигма и Инвокер. Тайдхантер. Энигма стягивает, а Инвокер... Все еще зайдет Тайдхантер обоим командам, в принципе. Обеим. Обеим. 10 секунд to go. Думают. Слушай, они забанят... А, забанен пак. Пак забанен. Не увидим мы сегодня... Я бы на месте, кстати, на месте Huge Team, я бы еще вертолетчика бы забанил. Уж больно он... А я бы на месте Huge Team взял бы вертолетчика. Или да, так, кстати, да, или я, так, да, я да. Я бы вот сейчас действительно вот... Четвертым пиком прям. Ну или инвокера, если есть охуенный инвокер в команде.
чтобы он и метеором, и... Я думаю, что если есть охуенный инвокер в команде, они бы уже взяли. Никс. Никс. Темпларочка. А смотри, теперь наоборот, по-моему, без АОЕ решили. Мы что-нибудь договорились, пока мы ебланили, типа. И опять-таки все помнят, как Нави взяли темпларку в пятой игре. И она тащила, но потом Виндранер все равно сосали. Ну, зачем? Очевидно, что на мид пойдет темпларка, поэтому не думаю, что стали бы брать ВР. Сложную ВР. Решили забанить одного хардлайнера. Очевидно, что чем пойдет куда-то в лес, сопортить алхимику и рубику. Алхимик и рубик пойдут на одну лайну. И сейчас иначе, типа, выбор героев сложный. Дарксир забанит. Вивер! 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 Че это такое? И последний пик. Последний пик у... Панду забанили. Ну да, панду забанили. А контрить темпларку, очевидно, на миду, чтобы не... Так на мид, наверное, Никс пойдет, нет. А может и нет, нет. Ну, если... Пуч! Это же такой Никс. Ну, пожалуйста, пусть это будет в решающей игре Рики, он зарешает. Ну да, вот это будет Кубок Раков, вот это будет, блядь, событие. Рики! Лина! Денис, лишь бы на рыжих нарисованных тёлок смотреть. Разумеется. Да, любитель. Пошло дополнительное время. Ну, господи, правила Black Silver, друзья. Не молчать, не молчать. Да. Все время комментируешь. 58, скажи, секунд осталось. 56. Или можешь сказать, битва скоро начнется. Или можешь ники прочитать, но никогда. Можешь сказать, что вот мы бежим по дороге. В никуда? Не умеем пользоваться fast travel'ом, но не вздумай молчать, братан. 40 секунд всего, ну кого же возьмут-то? Какие ваши прогнозы? Не знаю, может от Мирану, почему бы нет? Сёма за Слэйр показал себя просто потрясающе. Мирана отличный выбор, согласен. Я бы всё-таки предложил Герокоптера. Или Герокоптера, да. Опять с Мираной останутся без АОЕ, по сути. Кстати говоря, вертолетчик Сёма за Слэйр, мне кажется, играл за вертолетчиком какой-то вот из предыдущих игр. Может быть. Я не помню точно, но... Отличный выбор. Отличный выбор. Я даже не додумался. Тимберсоу прекрасная идея. И темпларку выковыривать, и просто, блять, отличный выбор. Ну ладно. Сёма будет играть на лайфстилере. Ну, будем болеть за Сёму. Сейчас, пацаны, у меня лагает немножко, я выключу ключом. И мы продолжаем, я надеюсь, что больше у меня не будет. И, кстати, большое спасибо, в кавычках, мерзкому школьнику, который описал мне совет, как сделать так, чтобы не лагало. И я так сделал, и потом у меня 3 записи подряд все лагало. Ненавижу тебя, ублюдок. Больше никогда не буду слушать советов от... Don't take any advices from B, как говорится. Что у нас тут? На боте собираются или... Ай-яй-яй, даже... Ах, да ладно, они даже не понимают, что варт их... А, нет. Ну же, что будет? Сейчас поставят варт, нет? Почему нет? Нет. Сбивает варт. Прямо на мне стоит. Декстер, чех. Топчет меня. Прям отчаянно, смотри, передвигается ногами, как будто знает, что я на него смотрю. Вот ведь черт прям топтал меня. Вытер, можно сказать, ноги. Звезду. Да, будь Декстер из Bloodhound Gang, его бы уже казаки избили. Казаки, чувак, ты их с казахами путаешь. Да поебать. Казахи бы, наверное, никого не избили, но хотя черт знает, мало казахов знал. Ну на миду будет темпларка и тимберсоу. Ну наконец-то, трипла против одного и один против триплы. Классическая схема, мне она больше нравится. У нас в харде стоит хищник за друида. Фура в лес пойдет, так что там наверху будет двое против никого. Ну, алхимик на фрифарме. Это не дело, мне кажется. Алхимик на фрифарме и рубик на отводах. Вот это тактика. Вот это я понимаю.
Huge Team, что вы творите? Опять? Huge. Подожди, может мы какого-то... Нет, братан. Чем медведям отводят крипов, а-тя-тя! Просто хищник за друида показывает чудеса какие-то. Тимберсол тем временем пилит темпларку на миду. Так, согнал ее за башню. Вся надежда, по-моему, на Тимберсола здесь. Вот, мы должны увидеть что-то необычное в финале Кубка Раков. Не, неважно, я, кто как выиграет серьезно, следующую я прошу, игру. Я но... прошу внимания, как бы, Huge Team, но какого хуя вы творите? У вас алхимик на фрифарме наверху, вы совсем ебанулись? Тем более все видели, как Кейк играет за алхимика. Ну, делайте что-нибудь, придурки. Смотри, идут в смоуке на бот. А те-те-те-те-те, они все медведи, вол. Я не могу понять. Что происходит? Не-не-не, они забирают, оп-оп-оп, стан, они да. Они решили, что сейчас будет ФБ на лон-друиде. И да, прилетает и Фурион, да, отлично. Блад. А ты говоришь, придурки, делайте что-нибудь. Ну, видишь? И дальше что? И ну, вот пушить, хорошо, Фёрстблад, и дальше что? Поставить на паузу и радоваться. Понятно. У меня гудит этот звук телепортации, застрял. Кто-то на бот телепортируется, походу. Чует мои чингачкукские уши, кто-то телепортируется на бот. Ладно, паузу алхимик поставлю. Алхимик тем временем сейчас получит. И мы продолжаем теперь, Денис, можешь поделиться своим наблюдением относительно алхимика. А, алхимик третьего левела уже. Пока ему тут фрифарм ну раздали. Да, и не торопится никто наверх. Решили пушить башню. Может быть, тоже неплохой вариант. По крипам он еще лидирует, кстати, если ты посмотришь на статистику. Кстати, фаст-пуш может сработать в этой ситуации. Команда нахер никогда не... Ну, ты видел, они сами пытались всегда заканчивать игры за 20 но минут. Но пропушивают, тем не но менее, у них нет башню. Защиты от раша такого. Вырывается смотри, вперед. Сейчас они еще могут и Т2 пройти, в случае чего. По голде вырывается вперед. Нет, отходит, отходит, и сейчас будет регрупп. Ну, я и надеюсь. Даже алхимик на фрифарме не может обогнать лайфстиллер, который пронес тут башню. Ну, по крипам все-таки опережает чего. Да, да, да. Ну, крипы не золото. Понимаешь, за вышку золото, например, не считают. Я считаю, это нечестно. Лайфстиллер, кстати... Мы не раз видели игры, где лайфстиллер тащил, поэтому, может быть, как бы у команды Huge Team есть шанс именно за счет лайфстиллера, потому что, ну уж кого-кого. Ну, а как же Тимберсоу? Друиды, он, ну, Тимберсоу тоже отличный, но Тимберсоу не помню, чтобы уж прям, блядь, особо... Тимберсоу скорее как фундамент, из которого может построиться дом. Как я понимаю, победителей не будет никакого регруппа, то есть они будут, видимо, просто пытаться заходить и заходить снова и снова внизу и тащить низ как можно быстрее. А ну тоже, кто типа, качается... смотри, типа расчет идет на то, что все команды нахер подумают, что они ушли на другие лайны и не будут приходить на бота, они опять рванут и пронесут Т2, например. Может в этом и есть какой-то смысл. Или что, все-таки решили пойти? На мид, видимо. С ганком идут или... Нет-нет-нет, просто стоят. Просто ходят по лесу. Да, ну, что-то как-то... Может быть, грибы ищут. Не знаю. Или, может быть, уже нашли. Алхимик собрал меда с тем временем. Вот очень... цыган за моим окном просто непрекращающееся веселье уже третий час. Ух, ж эти украинские цыгане. Самый опасный вид цыган. Время 10 вечера, но они даже не думают заканчивать. А что у нас у Тимберсоу по крипам? 22. Неплохо. Очень хорошо здесь Huge Team ну, идет. Да, столько же, сколько у Ланайки, но динайт она получше. Но это за счет дамага и ренджа, я так полагаю. Я бы на месте Huge Team сейчас демон, пошел шаду, бы. Шаду демон и Никс просто любят тусоваться в лесу. Они просто ходят по лесу и... А, так смотрите, оставили лайфстиллера теперь на фрифарме. Ну, это отлично. Для команды Huge Team, естественно. Полагаю, что лайфстиллер на фрифарме это
один из залогов победы. С другой стороны, не забывайте, что у команды нахер... Пятый левел у Лайфстилера, что у команды нахер охуенно быстрые и неожиданные ганки, поэтому оставлять кого-то в одиночку, особенно Кэрри, вот сейчас они что-нибудь сделают, наверняка, раз-раз-раз под смоком и выебут его. Надо как-то... Никсу Хьюджтим второго уровня, господи. Ну, поэтому он и ходит в лесу, может быть. Тимберсо идет наверх. Наконец-то. Третий. А, нет, он просто в секреточку. Понятно. За арканой. Фура тем временем в лесу нафармил себе на мидас тоже. Да. Ну, будем честны, Фура и Алхимик... Хотя, слушай, знаешь, Фура все-таки... Я даже могу сказать, что раскачанный Фура принесет такую же пользу команде, как и раскачанный Алхимик. Если особенно... быстрый, дерзкий, с Дизолем, появлялся и, блядь, атаковал, исчезал, как черт неуловимый, Зорро такой. Да, от этого толку не меньше, чем от Алхимика, тут не поспоришь. Смотри, Тимберсоу против Темпларки на миду. Ну, тут ничего такого, да. Они уже несколько раз так сходились. Чен тоже фармит в лесу. Алхимик тем временем спокойно стоит в 7-й левел. Лондруид фармит в лесу. Все фармят в лесу. Всем, в этой игре всем больше нравится лес. Это дружеская такая победа не конквестом, знаешь, а фармом. Но сейчас будут забирать темплар. Наукой. Никс обходит сзади, и Шадоу Демон обходит сзади, да. Ну, это минус темпларки, 2-0. Разумеется, да. Хьюджтим, красавцы. И сейчас что ж вы не сказали, что на миду? Я, блядь, на топе искал. А мы тебе о чем говорим? А мы тебе про мид, мы тебе сказали в запах. Так я тут, блядь... Ай. Темпларку, где могли еще темпларку забрать? Я смотрел, как Чен фармит. Понятно. Ну, зато, друзья, вы увидели, как Чен добил дракона. Теперь вы знаете, сколько золота... Тимберсов сейчас, возможно, заберет башню. Заберет, но он ее хорошенько потрепал. Хорошенько, да, потрепал. ТП-шится обратно. И сейчас Т2 начнут уже бить крипы нанизу. Лайфстиллер уходит вниз. В лес. Будем надеяться, что... Теперь я слышу баян, Андрей. Видимо, ну вот, там, видишь. Видимо, там отчаянный какой-то пассаж был, который, знаешь, там типа... Соло. Форте фортиссимо, или как блядь. Смотри, неужели на... А, не на Рошен. Забирает инвиз Темпларк. А, эй, заберут Шадоу Демона, наверное... Нет, уходит. Непонятная игра. Значительно более терпильная, чем первая. Ну, как раз за счет этого, видишь... Ну, нахер всегда на первых уже стадиях начинает ломать и преимущество вот после 10-й минуты и гнуть, чтобы по-быстрому победить. То есть, может быть, в этом и смысл. Играть аккуратно, нарастить преимущество в фарме и как-то за счет позиционной... Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что у них просто получается преимущество в фарме. Единственное, что Алхимик, конечно, 9-го с Мидасом... Зато смотри, 3 следующих подобитым Иодитом, 3 следующих героя в рейтинге. Это команда Хьюджтим. Да. То есть, да. Это, так это подтверждает тот факт, что у нахера не получается по фарму. Не получается. Никто не спорит. Так не у нахер не получается. Я же тебе про Хьюджтим говорю. Посмотрите внимательно, ребят, сейчас какая странно расположились варды у команды нахер. Они поставили просто, чтобы на мид никто не мог подойти. Ну, темпларку так прикрывает, даже странно. По-моему, темпларка не нуждается в таком количестве вардов. Я просто к тому, что 4 варда потратить на темпларку, это 400 голды, по-моему. И смотри, у нее еще 2 ловушки стоят. И еще и на рунах ловушки, и варды. Смотри, 4 варда и 4 ловушки стоят. Все очень симметрично. Ну, честно говоря, я понимаю, что Декстер прикрыт со всех сторон, но как бы, блядь. А если команда Хьюджтим будет через лес ходить? Или, видимо, расчет на то, что это, типа, неожиданно? Сбивают, вот здесь вард сбивают. И вылетел. Вылетел у нахер Максим Кугудок. Вылетел нахер. Вылетел нахер! Ну что, поставим паузу? Да. Друзья, я не... Смотрите, наверху быстрее, ТП-шится фура. Успел. Забрать хоть кого-нибудь, ну уже.
Как... Нет. Это была попытка ганга, но убили, убили Гудка. Убили Максимку Гудка. Убили! Убили! Как это убили, если живой? 3-0, убили Максимку Гудка. 3-0, убили Максимку Гудка, да. Это этот, как его? Рубик. Рубик, да. Но зато смотри, как бы они теряют мид походу, потому что... Хотя нет, вот это вот такой пуш по миду, который сейчас происходит, по-моему, команда нахер понимает, что... ТП-шится Сёма за слэйр, да, вот да, сейчас смотри-ка, ловят Декстера, сейчас Декстера еще вывел, да он по-моему. В инвиз уйдет, и скорее всего это ничем не закончится. Ну, не знаю. Медведя тогда. Медведь. Ну, знаешь, медведь за... Нет, фура, смотри, что творит. Ну, он все равно бы не убил. Жаль. Заденаяли башню. Молодцы. Не отдают голду противникам. Huge Team. Смотри. Темпларка подходит к фуре. Что будут делать? О, это не фура, это лондруид такой. Нихуя себе. Скин. Это скин фуры для лондруида. Да не, просто какой-то необычный. Или я давно лондруида не видел. Хуй его знает. Вообще, кстати, это интересная тема, делать скины одних персонажей для других. Смотри, в фуру залезает! Нихуя себе снайпер идет, ну и что он мне сделает, а это Тайдхантер на самом деле. Лайфстиллер сидит в фурионе, и мне кажется... Смотрите, наверх врываются, пытаются убить. Ну же, сейчас прилетит фура с лайфстиллером, да, я так... Минус алхимик будет, минус инмейт. Да. Минус алхимик. 6-0, друзья. Минус Максим Гудок, 6-0. Потрясающе, это заявка на победу. Потрясающе. 6-0, и так красиво в фуре они разбивают варды, просто... Не будем, ладно, чтобы не сглазить, ребят, давайте. Мы же болеем за интересную игру, прежде всего, и в наших интересах третий матч, поэтому... Смотри, забирают Т1. Разумеется. Да. Ну, с другой стороны, там тоже сейчас заберут башню. Темпларка и... Может, не заберут, если сейчас будут, да, ТП-шится, типа сразу. Будут. Не заберут. Не заберут. Сейчас еще и хищника какого-нибудь. Да. Ох! Хищника. И Фурион, какая же... Как же красиво еще пронес... Еще и Декстера могут поймать, если поймают, конечно. Уходит. Могут поймать, если поймают. Нет. Ну, а что тебе не понравилось? 7-0, господи! Ну же, что же, ребята? Как же смешно комментировать Кубок Рака под баян. Человек, который под баян комментирует, он, блядь, отключился на первой игре, как ты помнишь. Под баяном, блядь. Рядом с баяном, а другой человек, который под баяном любил что-то делать, блядь, теперь его группа Северный фронт называется. Хорошая песня была. Денис, тебя очень тихо слышно. Подойди. Ну и хорошо, это не надо было никому слушать. Я все равно услышал, Денису нравится Северный фронт. Кто бы мог подумать. Не фронт, а флот, но это не важно. Группа называется «Северный флот». Ну, это название песен «Короля и Шута». Одно из песен «Короля и Шута», они взяли это название, чтобы почтить память так Михаила. Так «Северный фронт» же, флот. Нет? Какой вообще, блядь, в этом смысл? Да, 7-1 тем временем, 7-1, я показал, да. Как забирают Shadow Demon, но у него и шансов не было. Тот самый молниеносный ганг, за который я так хвалил команду нахер в первой игре. Но это все еще ничего не значит. Да, ну, против 7-то киллов. Рошу идут забирать. Нежданчик такой. Да. Смотри. Если их сейчас перехватят на Рошу... Ну нет, наверное, уже не перехватят. Там вард стоял. Перехватит. Ну хотя... Нет, они не успеют. Они заберут их после Рошана, как вариант. Что там забирать-то уже? Максимку Гудка, например. Хищника. Да, за нет, хищником нет, идет нет. Тосу. Смотри, Тимберсоу... Нет. Фура ловит. Ищи. Крадет! Да, удачно кидает Рубик. Стан. Минус нет, хищник улица нет, сейчас. Нет, ну я же говорил, что не очень хорошая идея была. Хотя хищника забрали, да. Но заплатили за это Тимберсоум.
8-2 все равно отлично, по-моему. Да. На топ смотри. Фура. Да. И тут еще деревья, и еще деревья. Отлично. Т2 будет нести. Катапульта. И сюда ТПшится кто-то. Нет. Катапульта. Алхимик со станом, который сейчас сам себя застанет. Забанит сам себя, да. Низ пропушивает нахер. Т1. Низ пропушивает нахер. Заберут Рубика. Да, Максимку Кутка забирают, и потом будут забирать этого, как его, инмейта. Сейчас пауза, и знаешь, нужно, чтобы Максимка Гудок написал «Пинг». Посмотрите внимательно на то, в какой позе сейчас находится фура возле инмейта. Такое типа «Йоу». Я даже не вижу, где это находится. На низу. Он прям в инмейте стоит. И такой типа «Йоу». Ну что, гоу? Питчес. Гоу-гоу. Гоу-гоу, долс. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Инмейт пытается. Будет стан какой-то. Да. Нет, не успевает. Уходит 10-2. 10-2. Ну просто королевские киллы. Здесь еще темплар. Собралась команда Huge Team. Прям показывает себя с лучшей стороны, что можно. Ну, давайте, ребят, надеемся на вас. Проходят Никс. Нет. Да. Чекает, но он тут никого не найдет. А по башням потеряло все преимущество Huge Team, на самом деле. Я сейчас смотрю. Одинаково по башням идут. Так, а башни продамажены, а остальные нет. Нет, то есть пушить особо... Ну, мид может Huge Team. Да, можно еще пропушить мид и выйти в плане преимущества. Да. Ловит... Нет, не ловит темпларку, просто зачищают крипов. Аккуратно очень играют команды. Смотри, армлетка уже, и дособирает второй мифрилхаммер уже есть у лайфстилера. А-тя-тя! Да. Что это будет? Десолятор, второй мифрилхаммер. Куда тебе два мифрилхаммера еще влезут, кроме десолятора? И сколько по голде осталось? Не так много. Лайфстиллер может вполне с десолятором-то зарешать. 600 голды. Ну и Тимберсофт тут, конечно, отлично входит. Тимберсофт догнал, кстати, практически разоженного алхимика, у которого был фрифарм в первой половине игры. Да. Но алхимика за счет скилла еще все-таки больше идет фарма. Голды. Да. Ну да, я так и сказал. Да, кстати, можно по голде и по... XP посмотреть. Смотри, получилось переломить по XP и... Нет, а по голде нахер опять в плане фарма выходит вперед. Фарм все-таки отточен. Ну сейчас не будет, скажи. Сейчас не возможно, скажи. Будет очень хороший замес. Да, если Никс войдет и занесет. Давайте. Ну же, ребята. Смотри. Никс подкрадывается, кейк устанет. Вылазит, а минус кейк. Все, подлетает, забирают, минус, что будет? Инмейт. Минус инмейт, точно уже. Хищник, может быть, уйдет. Нет, минус гудок, точно. Минус гудок. Да, хищник отстанет, господи помилуй, какой... И хищника, и хищника. 42. Но хотя тосту заберут, ничего да. Себе. 3, тосту забирают. Да. И тут темпларка, смотрите, темпларка полудохлая. Вижу. Гонит ее. Но она отпивается. Да, успевает отпиться. Дособирал десолятор лайфстиллер. Здесь Максимка Гудок уже проходит. Курьера вот увидели, но не успеют убить. 14-3. Хорошо пока. У Тимберсоу Бластоун. Темпларка в лесу фармит. Интересный выбор. У него, кстати, Аегис. Ну что будут делать? 14-3. Отличный счет для команды Huge Team. Смотри, что-то там обводит хищник. Видимо, вард показывает, что есть. Или... Хуй его поймет. Ищет. Нет, не видит смотрите. Фура, да, темпларку. Ну тут Рубик подходит, могут забрать фуру. Да.
Немного вероятно. Нет, просто уходят, прикрывают отступление темпларки. А фура уходит в ЧБ совершенно спокойно. БКБ, темпларка, БКБ. Проносит третий Т1. У темпларки БКБ. И Аегис через минуту истечет, вряд ли она его использует. А, не, смотри, бежит, может попытается или... Тут на Т2. Башар берет медведь. Да. Кейк тем временем фармит. Нет, не будет, я думаю, замеса. Отходит потихоньку команда Huge Team. Да может быть замес. 30 секунд до Аегиса, они может быть ждут, пока... Они сейчас так начнут замес, чтобы, типа, Аегис еще был, но когда они начнут убивать темпларку, он пропал уже. Ну, ты уж больно много, по-моему. Относительно тайминга думаешь, не думаешь, так тот прям уж может рассчитать. Алхимик тоже БКБ собирает. Ну, логично. Собрал. Чувак, уже? Нечего там рассчитывать особо. Там четкое время сразу записывается. Фура тем временем потихоньку фармит. Кончился Аегис. Лайфстиллер да. Может прыгать Никса и начинать, в принципе. Ну, не подожди. Мапчу. Думают. Да, прыгает Никса. Так. Инвиз, и вон там кейк полудохлый. Вообще просто изи цель для Никса с лайфстиллером. Надо врываться. Надо брать. Разбивают варды, видишь, чтобы их никто не спалил. Вот в инвиз ушел кейк. Стан. Ай-яй-яй-яй, не туда пошел! Ну что же вы, друзья? Минус Shadow Demon. Отдают Shadow Demon. Никс входит с лайфстиллером, но Никса ловят, убивают. Нет, но это уже... И минус инмейт. Да. Ну, друзья... Минус это... Максимка Гудок. Хотя не, лайфстиллер неплохо себя проявляет. Смотри, он еще и уйти может. 2-2. Может. 2-2 пока что, но сейчас заберут фуру, это уже 3-2. И Сёма тоже, наверное. Абузит. Нет. Ах ты, нихера себе! Допилил хищником, вообще и кейки допилил. Нифига себе! Тут фура влетает. Сейчас еще и Декстера могут поймать. Но все равно преимущество сократили. Да, ловят Декстера. Он думает, что он тут в инвизии в безопасности, но это не так. А что, у кого гем-то? Да варды там, наверное. Но нет. Тут выкупается Максим Кугудок. Хотя... Не уйдет, наверное. Да, не уходит. Еще и Гудка! Блин, нихера себе! Минус 4! Еще и Фурион, у которого сейчас деревья откатятся. И... Ах, чертеки! Ну-ну-ну! Давно я такого на Кубке Раков не видел. 27. Просто практически любой крупный замес они каким-то образом в конечном итоге все равно в свою сторону. Ну видишь, почувствовали противника, почувствовали стиль, потому что команда нахер в принципе играет одной и той же тактикой, но которая чрезвычайно действенной себя показала на нашем Я вот, кстати, разговаривал с Мэдисоном на эту тему, он говорит, что ребятам просто катастрофически не хватает сыгранности, они вот вместе практически не играют. Ну. И за счет этого их можно побеждать. Ну и Дреда нет сегодня. Да даже если не считать Дреда, команда... Он был всего в одной или в двух ли играх. Команда, ну как по XP и по голде все переломилось-то, а? Кейки, Максим Кугудок, это же из прошлых Абитовичей, которые на прошлом Кубке Раков участвовали. Декстер, это чувак, который с Дэнди играет. Хищник вообще не знаю, кто такой. Инмейт — это инмейт из RockSkiz. И они вместе играли, ну, может быть, игр 20 за всю жизнь. Инмейт — это инмейт, очень... Ну, кто не знает инмейта, господи. Ну, да, я согласен, все знают инмейт. О, дизолю лайфстиллера, красавчик. Чувак, уже их минут 10, наверное. Ну, 5 точно. Я пропустил. И смотри, у него 2400 голды уже. Что он будет собирать-то? Тимберсоу берет в дополнение к своему Блудстоуну еще и Шиву. Ну что значит смотрите, дополнение к Блудстоуну? Ну до этого он собрал Блудстоун, а теперь он собрал Шиву. Я думал, что это комбо такая, по твоему мнению, отличная. Смог заюзали на миде Huge Team. Но они хотят на Рош пойти. Нет, они не думаю. Обе команды хотят на Рош пойти. Нет, я не думаю, что сейчас пойдут. Варды, наверное, их сейчас палят. Нет, это же их варды, ты че? А вот, блядь, Декстеру пиздец, походу, да, кидают пиздец, сразу вард, проносят. Шива идет, да, и медведь тоже не уйдет.
Тимберсол собирает уже Бладстоун с 15 зарядами. Ну это просто. Из ДД еще, красавчик. Собирает Бладстоун с 15 зарядами сразу. Да че ты заебываешься до моих слов постоянно? Вот теперь они будут забивать Рошу. Бомбит что ли из-за того, что все признали киноковёным героем что ли? Кто все? Да, тут, ну тут, как бы я полагаю, команда нахер подозревает Арашане, но сделать действительно уже ничего не получится. И смотри, сразу же телепортируется. Оп, чтобы типа вообще времени не терять. У кого он? Не дать Кейку пропушить там вверх. У кого Аегис? Аегис лайфстилера. Ну это логично. Ты как так, куда сам лайфстиллер-то залез, просто, я не понимаю, где? Просто разрывает на низу троих. На низу, да, ну да, только что алхимика. Нашел. И башню проносит. Да, и минус Т2 и... И я думаю, на Т3 пойдут. 4000 голды у фуры. Это уже заявка на... Я даже не знаю, может быть действительно рапиру сейчас собирать, пока преимущество есть, чтобы доломать. Вот сейчас, может быть, я бы и поспорил относительно целесообразности рапиры. Смотрите, кликают по твоей фотографии и топчутся по ней всё. Говнюки. А этот Афура вообще своих энтов подвел. Ну все. Я считаю, бот проебан в плане того, что ну никак. Зоопарк Чена стоит на защите. Да, вот именно что... А, не-не-не, смотри. Смотрите-ка, волк топчется по маленькой фотографии. Решили Хованского врываться. Я вот, кстати, что хочу сказать. Насколько же ублюдски выглядят волки во второй доте по сравнению с первой? Пиздец Декстеру, да. Доедает его лайфстиллер. Пиздит Рубику Тимберсоу, не успевает лайфстиллер заобузить. Пэшится сюда. ТПшится алхимик, станет Никса, да. Но сейчас, мне кажется, ребята не простят ему такую дерзость. Нет, ушел все-таки. Сему за Слеера сейчас. А, у него уже нету Аегиса, сейчас убьют Сему за Слеера. Максимка, гудок уходит. Может быть, пролетит Тимберсоу, но деревьев рядом нет. А нет, кидает. Оп! И отходит. Как ебаный скорпион, который подцепился к чему-то, или человек-паук. Ну и милишных бараков все равно нету уже нахер. Да. Милишные бараки плюс... А нет, смотри, еще и не хотят останавливаться! Нихера себе! Еще и Декстера забирают сейчас. Забирают или нет? Или нет? Да заберут-то в любом случае, мне кажется. Да не факт. Да нет, да, чувак. Заберут. Еще и медведя могут показать. Медведя возьмут. Нет. Медведя отпускает. 26-8. Прекрасная игра. Хьюдж Тим как будто... Из у пепла восстали. Я просто смотрю на Тимберсоу, как он юзает активно пилу свою. У него такое ощущение, и мана тебе больно смотреть, как твой друг не, активно не в этом дело. Что у него мана практически такое чувство бесконечное, нахуй. Ну так такие за счет скоростью регена, за скоростью регена мана у него. Я вот лучше смотрю, как, какая у фуры, блядь, дерзость. Просто только так, со своим посохом, блядь, всех крипов забирает. Все делает, нихуя. Айнмейт и Кейк тем временем фармят топ. В том числе и в лесу. Ну что тут делать? По-моему, команде нахер сейчас не помешает парочка тех самых ганков, за которые они так прославились. Что-нибудь отхватить парочку чуваков на боте или что-нибудь такое. Дерзко, дерзко, вчетвером. А они вместо этого рассредоточились. Фура улетает на базу, хилится. Собирает Крисалис, опять фура не собирает дизель, никто не прислушивается к... А, нет, они не могли увидеть эту запись еще точно. Но, тем не менее, никто не прислушивается к нашим советам. А Никс Андрей не собирается по твоему чудо-билду. Но зато на мой билд уже 6 тысяч человек. Вы только посмотрите на этого дьявола, блядь, лайфстиллера, блядь, и башер, блядь, и армлетка, и фазы, и дизоль, и киперстоун уже купил. Пытается нахер, пытается всеми способами вырвать победу, не хотят играть третью игру, не хотят ставить под сомнение свое лидерство, но тут их никто не спрашивает. Да, Т2 падает. Ну и что, пойдут на ХГ или не пойдут? Не пойдут, мне кажется. Слишком уж дерзкая хуйня. Рубик ворует. Ну-ка. Пытаются медведя.
Сзади темпларка с алхимиком. Не-не, забирают медведя, чтобы... А, и темпларка с алхимиком удачно врываются. Но смотри, лайфстилеру просто не остановить. Никаким алхимиком и... Оп, и пошел по темпларке. Темпларка просто с трех ударов падает. Сейчас пройдет БКБ. Вардов, варды есть. Ай-яй-яй, шадоу демона кинул лайфстилер, можно сказать. Так, нет, ну нет, что, нет, будут ловить. Он, кстати, хорошо заходит. Ну-ка, стан, нет. Не. Но, тем не менее, все равно я полагаю, что можно пушить стоп. А, нет, фура уносится куда-то с лайфстилером. А, не, за спину, нихера! Да, добивают. Декстера. Ну, тут фуру, конечно, убьет сейчас, да, но ну, тем не ладно, менее. Ну, ладно, это... Кстати, Юр, ты видел, ответили люди, почему пак в той игре... Да, выкупился и успел запрыгнуть в шар. Реально, по-королевски, блядь. Такой хинт, видимо, блядь, не часто увидеть. Либо его, наоборот, очень часто проделывают, и только мы такие ебантяи, что... Да. Ну, я первый раз вообще видел. Сносят бараки на топе, сносят... Ну, на мид пойдут или на трон сразу же. Все, минус две лайны, и, считаю, можно писать ГГ. Тут уже ничто не поможет. Да. Просто свирепствует Тимберсоу. Все, Мазе Слэйер просто по-королевски раздает. Смотри, прям по тавер пошел. И вы нихуя из-под фонтана вылетел на залупе этой летающей, блядь. Вот это черт! Забирают кейка. Тимберсоу за счет реактивной брони держится. И улетает. Вот ведь дьявол, просто отменный чувак. Андершок, смотри, смотри, уходит, кидает, а нихуя забрал кейка. Сейчас еще и Декстера заберет. А фура тем временем спокойно несет мид. ГГ. Да, тут ГГ. Это все потому, что Мэдисона не взяли. Ну что, друзья, игра была в высшей мере интересной, неожиданной. С вами были Юрий Хованский, Андрей Стригуль, Денис Ван Визин и... в следующей игре мы посмотрим, кто же победит в четвертом Кубке Раков. Кто же станет победителем? Команда Нахер или команда Huge Team? Пока напоминаю, счет 1-1.